А сегодня, друзья, у нас крайне необычное поступление. А именно, приехали готовые пластиковые грили для защиты ваших губастых сабовых динамиков. То есть не обычные сабовые динамики, которые классические, там эскью с обычной губой, а именно губастые. Это типа вот мачете, прайды, вот с такой вот губой, которые уже рассчитаны под большой ход динамика. Приехали 10-дюймовые, 12-дюймовые, 15-дюймовые грили. Если нам говорить, как они выглядят, вот, например, возьмем тематика девчонок, самая распространенная. Вот возьмем, получается, десятка гриль. Вот так выглядит двенашка и пятнашка. Пятнашки вообще крайне редко встречаются, они есть. Вот у них вот такой вот довольно, сами по себе они высокие по высоте, рассчитаны на большой ход динамика. Смотрится очень достойно. Ну вот, например, возьмем десятку, наложим на прайдовский сабовый динамик. Прикольно. Это вот, например, вид с девчонками. Вообще приехало их много видов. Давайте посмотрим. Вот десятки, двенашки, пятнашки приехали прайд. Вот под такой тип. Вот, чтобы видно было. Далее, под такой тип. Чувак в противогазе. Потом далее с питбулем. Просто без надписей. Тоже прикольно смотрится, довольно агрессивно, стильно. Далее вот такие приехали. Что там написано? Да, себя потише сделай. Тоже необычная идейка. Потом далее давайте посмотрим, кто это у нас. А вот еще у нас с собакой. Кто это у нас, да, популярное что-то тоже. Какой-то дог. Так, потом с Веномом. Обязательно приехали. Так, что у нас еще из интересного? Давайте посмотрим. Так, это мы видели. И еще вот пару видов с каким-то злым кроликом. И сигаретой. О, и с российским гербом. Тут, кстати, прикольный прям гриль. Это по-нашему. Значит, пластиковые грили цена составляет где-то, если десятки, двенашки, то в районе 1000 рублей. Если под пятнашку, где-то в районе там 1300, 1200, 1400 рублей за штуку. В наличии. Приехало много, на всех хватит. Сезон громкой музыки начинается. Магазин «Модерн».